Дорогие друзья, но в продолжении нашего вечера мне удалось поймать автора-исполнителя, обладателя многочисленных премий, которые я даже не запомнила. Она вот сейчас сама сейчас все расскажет. Итак, с нами Юлия Альвах. Здравствуйте. Здравствуйте, всем добрый вечер. Я очень рада вас видеть. Юлия, расскажите, пожалуйста, как началась ваша творческая карьера? Ой, она у меня началась еще с детства. Мне когда было 6 лет, ну вот, собственно, с этих мгновений я начала, а на профессиональной сцене я с 18 лет, даже можно сказать немножечко раньше, то есть это где-то уже 16 лет, вот, ну, собственно, закончила дежурско-хоровое академическое отделение, ну а после этого уже началась моя эстрадная творческая жизнь. А над чем вы работаете сейчас? Ну, сейчас совершенно недавно вот мы закончили съемки нового клипа на песню «Моя весна». Вы скоро ее увидите и услышите обязательно. Сингл скоро появится в продаже уже как цифровой именно дистрибьюции. Вы сможете его скачать и в iTunes, и на самых больших порталах. Ну и, собственно, в 2013-м я выпустила альбом. Ну, а сейчас мы его раскручиваем очень сильно. Так что вот. Ну, мы вам желаем удачи именно в раскрутке, в достижении своих целей. Я вначале обмолвилась о том, что вы расскажете о своих достижениях, о конкурсах, лауреатах, дипломах и так далее. Расскажите, пожалуйста. Не, ну я обладатель очень многих и премий, и конкурсов. Ну, а из самых известных это, наверное, обладатель народной премии от радиостанции «Питер-ФМ» за песню «Красавчик», это 2011 год. И совершенно недавно я победила на конкурсе «Золотая дорожка» от дорожного радио. В конкурсе «Танцплощадка» моя песня «Пьяная танго», она стала победителем, и я выступала в ДС юбилейном в городе Санкт-Петербурге со всеми звездами эстрады. Поздравляем вас с вашими достижениями. Ну, конечно, хотелось бы спросить, как вы относитесь к таким встречам, которые украсят нашу жизнь, как сегодня, что они значат для вас в вашей жизни? Ну, я сегодня первый раз на этой встрече, и я очень рада, что меня пригласили. Я надеюсь, что эти встречи будут продолжаться, они, конечно же, нужны, поскольку здесь и артисты выступают, и людям и приятно увидеть, как раз и услышать именно новые имена, и услышать новые песни. Поэтому я желаю вашему проекту большой творческой жизни, высокого полета, ну и дай бог, чтобы все получилось. Ну и, конечно же, новых слушателей. Спасибо, Юля, огромное. Мы желаем вам дальнейшего творческого развития, достижения всех ваших поставленных целей, много-много поклонников, гастролей и туров. Спасибо большое. С нами была Юлия Альбах. Пока-пока.